Майор Ганс фон Айзенберг тайно договаривался о безопасном коридоре для своей команды. Пятерых руководителей программы ФАО-2. Он встретился со своим русским связным у Бранденбургских ворот. Это был мой единственный шанс уничтожить его, прежде чем он сможет заключить сделку. Я был готов, собран и уверен в себе. Я еще не подозревал, что это задание станет самым сложным из всех, за которые я брался. Rausgekommen? Ich weiß es nicht. Nicht wesentliche Kommunikationen sind verboten. Es ist keine schlechte Nachricht, oder? Keine Nachricht. Das ist alles. Ich will nicht nach mehr. Was war das? Фон Айзенберг был пунктуален и даже не подумал спрятать свою мерзкую рожу. Впрочем, как и русский связной. Они были как на ладони. Одно нажатие на курок и прощай, генерал-майор. Мне нужно было лишь выбрать подходящий момент. Площадь была окружена зданиями. Так что о ветре можно было не беспокоиться. Мне нужно было взять чуть выше, чтобы учесть нисходящую траекторию пули. Я задержал дыхание, чтобы прицелиться. А затем... Огонь.
Ich muss sagen, ich habe seit zwei Tagen nicht geschlafen. Uns geht es allen. Komm bloß nicht, dass du was Besseres bist. Ich kann kaum meine Augen offen halten. Mann gefallen! Was ist passiert? Er ist hier irgendwo. Halte die Augen auf. Feindgesichtet! Wer war das? Фон Айзенбергом было покончено, но я понимал. Теперь немцы и русские знают о моем присутствии,